Бара против Тинкера на речке. Выпускайте рачков. Нет, так не добивай. Ты как Криса хочешь поступить. Опа. На, с руки души. Ну и это на вставочку. Ну что, друзья, это дополнение гайду на Тинкера, друзья. Дополнительная каточка, конечно же. Ну и что ж, те, кто не видели гайд, можете посмотреть его либо вот тут по ссылочке, либо вот тут по ссылочке. То есть вот там вот у нас подсказка, на нее нажимаете, ссылка перехождения на тот видос, который был гайдом. И, конечно же, по ссылке в описании также это можете посмотреть. Ну и что, что у нас сегодня имеется? У нас сегодня Тинкер в керри. Да, сегодня Тинкер в керри должен быть у нас, если честно, это уже 19-я игра, я не могу записать видос Тинкера в керри, потому что это жесть. Постоянно нужно играть по-нормальному на этом герое, то есть данный герой требует того, чтобы собирать его именно правильно. И напоминаю, что это, конечно же, фановая катка, вы так не должны собираться. Но мы тут будем собирать молнию, сатаники, доминаторы и все тому подобное. Так что, друзья, будем пытаться сейчас выиграть очередную катку. Очень слабые команды попадаются, я просто не могу ничего сделать. Играешь в дефолте на Тинкере, берут вот таких тиников, легионов и просто выигрывают. Но, естественно, я тини с руки не передамажу, ну, само собой, и пара еще, ну, конечно. Муа, просто excellent. Ну что ж, будем пытаться. Ничего страшного, что такого понапикали. Понапикали. Попытаемся поиграть. Будем фаниться. Играл я катку, блин, такая потная катка была, жесть. Там прям керри билд вот так заходил, с руки очень жестко навалил, прилетал, просто душил. Но, блин, эта игра закончилась, к сожалению, поражением. То, что там был Тини, Тини просто все спушил. У меня в команде, к сожалению, не было игроков. У меня был кентавр, который станом не попадал, когда прыгал с даггера. Ну, не суть, короче, ребят. Такую игру, естественно, я выкладывать не хочу, потому что она не завершена, эта игра. Я считаю, что игра не полноценна, если она заканчивается лузом. Если она заканчивается лузом, значит, кто-то из вас не доиграл. Или вы сами не доиграли, или не доиграла команда. Это логично. Ну и что ж, сейчас мы будем поддушивать, что у нас там понабрали. Опять каки понабрали. Вардов, куров нет. Я уже, если честно, наверное, играл вот 9-я подряд, когда не берут кур просто. Люди вообще не соображают, как это делать. Как это нужно и вообще, что это. Я постоянно, блин, уже беру куру и варды в каждую игру. Не знаю, это жестко, конечно. Так, Леон у нас отправляется в таверну. Ну, туда ему и дорога, в принципе. Гоуре! Ноль латенса, кикнем он их. Ну, такое. Пик. Парень отлагал. Ладничка. Чё, куры не будет, да? Чё, и геомансера взяли? Ну, геомансера с руки будем убивать. А если не задрот какой-нибудь гео? Прям люто понапикали на самом деле. С ФБ возьмем. Ну, лучше взять ФБ, чем монетку. Это мне больше даст. Это даст больше золота. Я смогу себе вард поставить и взять куру своей команде. Потому что Леон не саппортит. Энвокер хорошо заблочен. Но Энвокер в миду это изи на Тинкере. Сколько он стоял Тинкером на Энвоке? Ой, на Энвоке. Тинкером против Энвокера. Сейчас линию подвернем. Линию нужно выровнять только и все. Пойдет, не добьет он уже. Хорошо, все, мы ласт хитим просто. Единственное, ему будет бара помогать. Вот в этом проблема будет. В этом будет проблема. Мы спокойно его переласт хитим, передамажим тут в миду. Все на промахах будет у него тут. Постоянно. На третьем возьмем лазер. Так, дедочка он не хочет брать, да? Уходит, просто оставляет этот экспириенс. Печально. Эх, не добил.
Оп, на третьем левеле сейчас будет поинтереснее. Оп, дамагу даем. Дамагу даем. Тангусы принес. Тангусы на миду вообще не понимаю, если честно. Тангусы это подхил, то есть выравнивая здоровье, выравнивание здоровья. То есть у вас вот 500 хп, всего там 600 хп максимум у вас. У вас 400 хп. Вы берете тангуса, подкушиваете, тогда норм. А так, хил куда профитнее. Хил позволяет вам сразу же вернуться в драку. Так, по-моему, Бара побежал, да? Да, хе-хе. Тинкер говорит, если да, значит Бара. И же смотрим на карту, если что. Отходим. Отходим. Че, под лазером собрался вас хитить? Так, Тавра плюху дает? Не, не дает. Так, ну нужно 260, чтобы забрать его. О, Рикимару сказал пока. По очереди все. О, ФБ было же, да? Ай, нормально. Нет, мне нужна кура с ботлом. Это захвачено. Оп, хорошо. Ну, Тинкер потеет прям. Да что ж ты лагаешь так, братан? Что, не перевели интернета вам еще нормально? У меня тоже бывает подлагивает, я не скрою. Тоже бывает подлагивает. Пара бежит, да? Че, 260 есть? Есть. Хорошо. А, я понял. Санстрайк под ногу есть. Метеорит не попал. А че Бара оттуда побежал? С леса. Хорошо, типа настоящее дикое животное? Лол. С леса бежит такой. Ууу. Но ботл спасает. Ботл выручает. Хорошо. Так. Опа. Инвокеру сейчас, в принципе, если прокаст пихнем, я думаю, он отвалится. Эх, не добил. Его надо протычковывать. Инвокера. Стоят вдвоем. Меду что-то ждут. Чего ждут? Врыва. Типа Бара го. Инвокер такой го. Да сами мне хотят сделать. Вон на топ. Не могу крипов добивать. Неуверенно себя чувствую на миду. Вот Бара там на топе, несмотря на то, что стоит. И то непонятно, иллюзия это или нет. На миду иллюзия стоит. Так, есть сапог. Есть монетка, отлично. Хорошо. Это по мне. Тычка. Таверна. Ждем Бару. А что такие промахи? Кого не попытаюсь ударить, промах вылетает. Хорошо. Что нам дальше нужно? Пытаемся выфармить тревел. Седьмая минута, у нас до сих пор нет тревела. Четвертая минута. На самом-то деле. На седьмом левеле ракеты. Хорошо, ну инвокер перефармлен. Хорошо, отойдем. Опа, Бара побежал. Видели, вот тут засветился иконка такая. Все, Бара, давай гуляй. Так, сейчас опять побежит, наверное. С леса откуда-нибудь. С леса откуда-нибудь, да побежит. Не бежит, странно, очень странно. Так, ребят, у нас есть фармы, поэтому будем пытаться зафармить сейчас просто тревел. Тупо тревел, попробуем выйти в тревел. И все. Поэтому соул сейчас брать не будем. Иногда можно, если у вас не идет лайнинг. Соул берем.
стоим. Соулом зоним, при этом реарм качаем на восьмом. И аккуратненько зоните ракетками просто оппонента. Оппонент идет хилиться, а вы добиваете крипов. Хорошо. Бары нету. Так, ультимейт есть у нас. Ну, останется хп у него там. Ого, лол, забрал. Хватило урона. Я думал, не хватит. 470 HP. Это получается 240 чистого и 350. Так, бара забрал, да, урона? Ну, хватило. Если честно, удивлен, что хватило. Обычно резисты не позволяют так жестко пробивать. Ну, сейчас же не 8 левел у инвокера, а лоу левел. Поэтому после 8 резисты чуть плотнее становятся персонажи. Персонаж чуть стойче становится. Там на ботами мипа заходит, душит, тиники душат. Страшно все это на самом деле. Хорошее. Можно брать. Попробуем, если тинику суну. Первую. То есть и мипа не будет рядом. Хорошо. Я не думал, что он будет стоять драться со мной на самом деле. Ладно, пофиг. Нормально. Так, марши. И вардик. Есть у нас тревел. Марши, вардик. Все у нас-то есть. Руну брать, наверное, не будем. Брать, наверное, не будем. Стараемся зафармить тут вот эту кутерьму ваков. Даст нам Soul Ring, по идее. Чуваки эти Soul Ring должны нам подарить. Оп, хватает, не хватило. Эх, жалко. Так. Это есть. Есть у нас тревел, ребят. Это очень хорошо. Возможно, сейчас уже получится до конца завершить начатое. Почему я именно так качаю керри билд? Ну, вот, типа, как бы с другой стороны подумать. Ну, какова... Вот прикиньте, керри какой-нибудь имеет возможность просто летать по карте и душить. Это же круто. Согласитесь. Это же круто. Вот я, понимаю это, собираюсь именно вот так. Хорошо. Поэтому вот такой вот билд у нас. Что там нанизу весело, да? О, на базу, но надо соул отфармить. Ля, они там бычат. Я иду. Держись, братан. Вот этого надо мне. Но успею, по-моему. Да, хорошо. Хорошо, все, реарм, двоечку. Отлично, помогли вроде Леону, но не совсем. Помогли, но не совсем. Хорошо. Инлокер очень сильно унижен там. Есть кнопки. Удаст на всякий случай. Хорошо, инвокер думал, что в сказку попал. Нормально. Урос Медасиуса. Дайгер потом. Не потом, а сейчас. Странно, что бара меня не гангает сейчас. 10 секунд до взрыва у баратрума, пукана. Хорошо, есть у меня мана на... Пешку полетели. Типа зафармится. Найкса убивают. Его помогать. Помогать им.
Погодно, 270. Не убило. Что-то оппоненты вообще сдулись. Ну, душем нормально, кстати. С мидов вышли, все хорошо. Бара не может ничего сделать. Это по мне. Нету маны. Это по мне. Кингер такой вообще на самом деле, как вот я сколько уже играю, понял, он очень-очень много может носить импакта, если его правильно собирать, ребят. Под правильной сборкой это просто уникальный персонаж, который вносит очень большое количество урона. Причем неважно, через Дагон и Терриал вы играете или через Бладстоун. Он вносит урона одинаково. Много, одинаково много. Прям вот с Дагоном, да, это таргетный такой хейт получается. А с Бладстоуном вы вносите с помощью Аганима настолько много урона, что вы просто, имея реарм в тройку, вы просто пщу-пщу-пщу-пщу. Ну, вы все видели гайд или посмотрите. Это вот так вот просто. Поэтому вот такая вот тема, друзья. Включили свет, давайте додушивать. Нужен дагерок сейчас. И начинаем в керри собираться. У меня 11 уровень. Очень высокий левел. Очень высокий уровень у нас какой-то. Левел высокий. Ну что там, давай, отлагивай, Леон. Лад дау, лагает. Лад не дает ничего, когда вы лагаете. Абсолютно. Запомните это. Все, кто меня смотрит, запоминайте вот эту тему. Латенс ничего не дает вам, когда вы лагаете. Что вы его ставите, что не ставите, что рикролл вы там пишете, что ролл просто пишете. И это не команды, отвечающие за появление у вас интернета в доме, ребят. Серьезно. Это не то, что вы думаете. Хорошо, обороты в норме. Еще раз сюда же. Почти есть у нас. Но надо отойти, до того бара побежит еще. Еще одну марше закинем. И стоим на экспе, улетаем. Отлично. Хорошо. Так, фурион на миду. Есть дагерок, кстати. Можем подработать. Две смены. Я уже, если честно, запарился. Они лагают постоянно. Сколько можно. Плохо, конечно, без Леона будет. Хотя он все равно не вардит. Ну, типа... Не знаю, ребят. Двоякая тема. Пикать парня, кикать, который, в принципе, не выполняет особенности. Ну, играет, да. В принципе, пусть играет, но, блин. Садитесь на Леончиков, купите варбик. Да что ж такое-то? И он просто запарит сейчас. Рикерство, Леон, не знаю, что. Даю латенс, даю, лишь бы вы успокоились, что все будет нормально. Ну, давай, давай. Ладно, ждем. Не ждем. Это просто по КД сейчас будет, если его не кикнут. Запарили. Ждем. Ладно. Я думаю, вы уже тоже написали комментарий, что вас это тоже бесит уже. Вот эти лаги постоянные. Лага, ладно, побьем еще криптиков. Сейчас опять в лаг улетит. Опять никто не кикнет его. Давайте в лес пойдем варды ставить, что делать. Так вот, реармимся. Сейчас сюда. Уходим. Уходим. Приходим. Хорошо. Поехали. Они отказываются, дефи, да, походу. На бит он не повышел. И по на миду. Фурион леса фармит, это понятно. Клокворки душите. Фармим.
Хорошо. На базу. Блокверки в четверку. И не там входит. Надо варды расставить. Тогда видно будет оппонентов и сможем спокойно двигаться. А так пока непонятно. Кидаем, тут раскидываем. Приармимся. Хорошо. Он на базу, там драка идет. Вай, Рикимару задушили. Все, погнали помогать. Убили. Го-го-го. Оу, щит. Хорош. И поток ломают. С МХой. МХ знаешь, где у тебя? МХ именно там у тебя. МХ. С МХой, говорит. Блин, это так ржачно, я не знаю, ребят. МХ. Так, у нас молния, первый артефакт, не забыли? Мы же керри. Гомху показывать. Правда, монопулы, конечно, не щедрые ни хрена. Но пока плюсы не начнем выкачивать, монопулы такие будут. ТПшусь. Мху покажу сейчас ему. Мху. Прикольный бара. Прибежал, свидел. Покормил. Че, без нулика? Вообще жесть, мана нет. Лазер. Хорошо. Так, там кто там душит? Мипа. Жесть. Я не понял, соберись. Так, молния есть. Молния есть. О, щит. Надо не рисковать уйти отсюда. Я думал просвет сейчас дать Тине. Тинику просвет дать. Слишком опасно уже. Мха. Вон он. С мхой. А, задушили уже. Ладно. Го фармить. Ладно. Пока что овним, но все это может перемениться. С мхой. Как ты запарил лагать на Леоне, братан. Останавливает игру просто. Ну, тавр я не успел засейвить. Найс. Хорошо. Мипа так легко не убивал. Никогда. Никогда. Ну, бывает, парни. Ошибаются. Кстати, сейчас, возможно, из-за Леона парень умер. Потому что Леон лагал. Леон лагал.
на базу. Внизу есть чем помочь. Сколько маны там? 150 и 200. Точно туда не пойду. Так, молния почти есть. Хорошо. Голес. Блин. Почти молния имеется у нас. Отлично. Тинкер одобряет, когда молния почти есть. Лес очень можно быстро выфармливать. Тупо фарминг лютейший может быть у Тинкера, если вы имеете монопул очень высокий. Можно весь лес буквально за 15 секунд расставить маршами. Задушить. Курмагаз. Что там у Фуриона? Лотар почти. Ну, долго, но... Медленно, но верно, говорится. Медленно, неуверно. Так, молния уже есть. Хорошо, душим. Эх, Леон всю игру бесит. Ставь лайк, если тебя бесит Леон, который лагает, ребят. Ну, я не знаю уже. Тут как бы парни его кикать не хотят. Он лагает, но он вроде отлагивает, а опять лагает. Давайте 45 поставим. Может, у него появится более удобная задержка. То есть она будет высокая. Но, может быть, выйдут вот эти фризы. Когда латенс повышаешь, да. Но когда просто ты его латенс туда-сюда гоняешь, это ничего абсолютно не дает. Абсолютно ничего не дает. Также Азец, который сказал, что лат вообще ничего не дает. К интернету, да? Понимаю. Не, ну он дает, но типа надо латенс задирать. Я латенс не буду задирать. Крипа еще раз пробафали, пусть идет душит. Будем вот так крипа пускать, короче, ребят. Пусть душит. Так, а что это там такое? Ой, крипа, смотрите, душит. Я иду. Хорошо. Опача. Эми потом лох остался. Че, го на базу? Вообще варды надо поставить. И Рика теперь. По очереди они такие. Вся игра такая. Мы по очереди лагаем. Там на низ тпшится мипа. Вот здесь аккуратненько. Возглавляющий лох. Фига себе, там титулы у пацанов. Давайте вот это продадим. Это уже смешно, это микролаг такой. Тик, лаганул тебя. Я чуть-чуть, пацаны, полагаю, вы не обращайте внимания. Это уже не смешно. Уже не смешно. Вот здесь агрессивный вард поставим. С молнии. Инвока с молнии забрал просто. Такси, что ли? Голубоглазое такси. Просто. Так. Что против мипа делать? Он на базу. Вард сразу сняли. Уай, пол лица отлетело. Так. Парни-то фармят, в принципе. Мы не пушим. Надо пушить. Во. Вот овера. Попушим. Надо товара попушить. А, я понял. Тучку, брат. Ай-яй-яй-яй-яй, как хорошо-то. Буду драться. А, нет, не буду драться, я передумал. Надеюсь, молния меня не заруинит. Сбиваю. Надеюсь, Фурион не бахнет. Нормально, ребята вовремя были рядом. Сюда. Сразу молнию на себя.
Хорошо. На базу. Леончик немножко мог, кстати, там подработать. Так, ну что ж, 3600 имеем. Сразу МКБ какой-нибудь от МИПа. Ну, для МИПа. Что-нибудь по фану. Какого там укрепа вот так вот. Бля, сразу молния вылетела. От бары бы линку еще в целом сделать. Было бы круто. Ой-ой-ой, Леона там задушили. Идем туда, ты поделаем. Иду. Вот этому пацану сразу кнопку. Хорошо. Фига, я там раздал молниями. Я думал, он еще больше быстрее будет убивать. Опять лаг, типа рекламная пауза. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же они запарились с этими лагами. Хватит мозги делать. Дайте поиграть, пацаны. По очереди лагаете. Я не знаю, вот эта лагающая катка вас будет очень дико бесить. Вы это, ну, вы в принципе сможете это перемотать. Так что перематывайте. Голубоглазое такси. Блин, линку делать не тоже не особо хочется. Сейчас я в драку влетел, конечно, разнес нормально. А просто там. БКБшку сделать. БКБ, БКБ, МКБ и что-нибудь еще от сатаник. А так спида не будет хватать. Муншард взять. С руки просто наваливать в драке. Так. Все, Рики, конечно, отвалился с этой катки, ребят. Поэтому кайфуем. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ну все, Рики потерял соединение. А, найс. Привет, помни. Поехали. Ключ на старт. Пока не берем. Ультимейт в тройку. Пока в тройку не берем. Три на пять? Отлично, Тинкер. Нет, три на пять это не очень, честно скажу тебе. Выполняю. Там БМ на баре еще, блин. Вот так вот. На базу. Что за артефакты там разбиваешь? О, понимаю. Вот эту каку. Разобьем. Вот так вот. Так, go. Вот так вот сделаем. Блин. Ребят, честно, не хочется вам такую игру, вот такую игру портить вот этим. Но ретывайте. Приматывайте. Жесть. Чё там у тебя? Сатаник у меня. Чё там у меня? Просто трэш. Ик. Жесть. Запарили. Прям люто. Ну, сейчас взяли сатаник мы, ребят, на жир. Если будут нападать, будем драться. Будем драться. И сделаем МКБшку. Реконнектит поздно, братан. Отлично.
Поэтому мы остались против Мипа втроем. Против Фуриона надо ломать стороны. Ну, Юл нет, мне Юл не нужен. Юл мне тоже не нужен. Так, Гоу тогда вот так вот сделаем. Продадим. Все. Гоу сюда. Хорошо. Все, на X сдался молча, да? Понимаю. Он еще, наверное, обиделся, что я маму дал. Играем. Найс, 3 на 5. Кул катка будет. Сюда. Так. Главное, сатаник есть, мне, в принципе, пофиг. На оппонентов будет. Гоу сюда. Помогать. Бара против Тинкера на речке. Выпускайте рачков. Нет, только не добивай. Ты как Криса хочешь поступить. Да, я прилетел тут дамажить. А ты как Криса. Так, МКБшка нужна. Сюда. Жесть. Все, но тут билд керри по-любому нужен. Нужно будет идти в одну сторону просто. Так, МКБ next, там нужен урон. МКБ next, там. По лесу пройдемся. И Рошана пойду заберу с сатаном. Коварница бы еще. Там инвокер, блин, еще будет кнопки нажимать. Вот это продадим. Ля, сейчас будет вообще жесткий керри билд. Куру магаз. Этому пацану вешаем. Так, демонейдж. Ну, ботл в помойку. МКБ есть. Ботл в помойку. Соло оставляем. Помогать. Оу, щит. Сатан. Сатаник. Только не санстрайк. Да ладно. Да ты что? Серьезно, что ли? Еще столько крипов было. Я еще реармить вовремя начал. Да твою же дивизию. Эх. Не видать, походу, нам шодоты тут. Ну хорош, попал рандомно. Сейчас ночь еще, тем более, но вижен оставался еще 5 секунд. GG. И, ну, слишком много тини мне нанес. Слишком много. Ладно. Так, что нам остается ластом? Блин, БКБшку бы сделать вообще, чтобы с БКБшкой прыгать и душить. Блин, так обидно, сейчас умер на самом деле. Обычно от санстрайка я почти никогда не умираю. Вообще. Хайлайн, Найкс. Печально. Жесть. Ох уж этот тини. Еще там Лотар сейчас тини сделает. А Лотар будет неуязвимость. Ой, как у нас все плохо будет, если мы сейчас тянуть будем и не будем пушить. Ой-ой-ой, как плохо будет. Печально будет, вообще жесть. Надо будет, походу, БКБшку делать, ребят. Давай-давай, речь, чё-то долго так резаемся. Опа. На, хорошо. Требл 2, кстати, надо будет нам еще. Ого, душить. И, ну так нечестно, вообще-то это мои фраги были. Куда ты идешь, сейчас сдохнешь там.
Ладно, помогу. Нормально. Ну, ультра, в принципе, его была, но он мог умереть. И куда лучше добить, чем потом выслушивать, ребят. Ситуация была очень накаленная. Был бы он full HP, можно было бы оставить. Куда Сай? Можно мне, пожалуйста, мой... мой этот... Как его там? Он шарт. Они сейчас уже все резнут. Там у меня 200 хп, в принципе. Очень маленький атак спид. Очень маленький. Сейчас задушим. Большим атак спидом. Бара убивается там. На, с руки души. Ну и это на вставочку. Жесть. Тинкер дамагер. Дота. Поехала. Заграничная дота. Айс. Запредельная. Ой, сюда. Так, моншарды есть. Ага, моншард есть уже у нас тут. Хорошо. Сейчас сразу тут и бафнем. Запредельную доту показываем. 3 на 5. Перебилде. Так, ну вместо соула, конечно. Кого соула так делаем? Продаем его. Муншард пока что так. И ласт слот какой-то надо будет сделать. Ласт слот надо будет сделать. Так, ну нам еще нужны тревел третьего. Второго, вернее. Просто играйте. Зачем писать вообще? Опа. Поможем. Я там промах даю. Хорошо. Первый раз везет, говорит. Так, если тебе первый раз везет, то что выпендриваешься? Жесть у меня лютая. Что так эта сборка страшная. На базу. За маной. Его кидать. Так, ну что, друзья, самое время немного порекламиться. Спасибо всем, кто смотрит такие видосы. Видосы что-то какие-то безбашенные у нас сегодня получаются. Гайд на Тинкера тоже обязательно посмотрите. Вот эту катку, я не знаю, сколько она еще будет продолжаться, но я думаю, что мне сделать шестым слотом, сделать БКБ просто, чтобы прыгать и душить. С таким билдом. Моншард мы схаваем в любом случае. Тревел 2 надо. Тревел 2 надо. Тревел 2. Хорошо. Себе молнию. Не успеет он. Душим. Жесть. Что-то терминатор. Что, на базу? Терминатор прилетел. Го БКБшку, наверное, ребят. Что нам еще делать? БКБ надо на инвокера. Будем нажимать. И будет жестко. Вон шарт в помойку. Все, вот так вот оставляем. Хорошо. По низу, го. Хорошо, есть у нас БКБ. Го, реармим. Чтоб тревел был у нас. Жесть, я заряженный. 2400 хп и 8 армора всего. По низу пойдем. Отлично. Я могу перед дракой Найкса кинуть. Хорошо, вот так вот. И погнали. Погнали, народ. Душим. Хайграунд. Сейчас надо отойти. Кавриарм. О, щит. Ва, киник. Не надо, не надо, подождите. Подождите, я же БКБ хотел нажать. Да дайте БКБ нажать. Вот, блин, как же я обосрался сейчас.
Ну не дал Тине нажать с варой БКБ просто. Мне что, блин, сразу прыгать? БКБ жать. Жесть. Прикиньте. Я бы сейчас включил бы, просто пошел бы разнос. Я как обычно, я не знаю, тупо. Я прыгаю, я не хочу давать слишком рано. Но надо было сразу прыгать уже, давайте. Прыгать туда. Блин, вот я постоянно так лажаю. Вы можете дизлайки поставить за это. Серьезно. Я ненавижу себя за это. Почему нельзя было нажать сейчас БКБ? Тини в меня прыгнул. Или я в него прыгнул. И в меня просто тупо тынь, все, стан. И 3 секунды стана там. Прикольный чел. Ну, не понимает просто чел. Пищи. Не буду пищи делать. Ой, какой же дурачок на Найксе, жесть. Так, мастер на все руки, БКБ жать. На хиназисе. Гоу по низу. В этот раз... Блин, с барой законтрили просто. Я бы нажал там все, ребят. Ну, типа, баратрум плюс. Тини, сорян. Меня только с барой могут убить, на самом деле, в этой карте. Запарил. Уходит постоянно. Нам надо вместе собраться и пойти. Чем мы погрязнем в этом пуше. Вместе надо. По миду. Что там у тебя говорит? О, Go Travel 2. Успеет и пахнуться? Не успеваю. Жесть. Обороты в норме. Сейчас мы там раздадим. Отлично. Я в БКБ стою. На базу. А. Ну, сатаник есть. Сатаник есть, ТП-шек нет. Так, ну это плохо, что мы потеряли еще вот тут тавр на миду. Может, а сейчас начнется пуш такой, который нас будет расплечивать, они будут. И не уязвим в инвизе. Жесть. Обороты в норме. Обороты в норме. На низ. Опасно, я могу умереть под тинником. Даже ничего не поможет. Но мы проиграем, скорее всего, из-за того, что не можем выйти в вечном дефе. Я низ слил. Просто своим мулом. Можно было задушить. Можно было задушить. По низу мипа идет. С мипа потом тоже проблема будет. Так, это хорошо, в принципе. Он неуязвимый тени. Хорошо, Гоубару. Пора наш клиент. Калиф откатили.
Есть у меня, если что, БКБ. Бодлик на базе купить, положить. Дефиться. Будет хорошо. Оу, на базу. Хорошо, отдефились. А так сейчас и будем делать, а что нам остается? Пофиг на этого мипа. Пишемся. Минус глиф. Так, это что там, мипа? Ну я зря сюда прилетел. Ребята на миду дерутся. Ну блин, у нас мипа пушит тоже. Так, бару забрали, хорошо. Приармим. Вот так сделаем. Хорошо, let's go. Пуш. Уражив. И что? Ну в загоне я, и что поделать? Пуск стол. От чего? Найс, но не сломали. Так. МКБ есть. Хекс бы зашел бы. Нокер, ты чё спишь? Жесть. Нокер приснул немножко. Сейчас куру будем одевать. Так, это есть. Радик сейчас купим в курьера. Радик в курьера. Кираса у нас есть вроде, да? Саут, хорошо. Топа. Пацаны идут. Мне еще на байбек поставить надо. Ну, нормально то будет. БКБ есть? Есть БКБ, будем нажимать, сейчас будет драк. Сатаник нажал, дерусь. Я умер, скорее всего. Да, с мипа проблема. Но бара все это время на меня бежал, это плохо. Так, ребята по низу пошли. Ладно, говорили. Я туда прыгать не буду. Слишком опасно. Так, радик отменяется. В дефе засели. Блин, хекс, жесть как нужен. Я за хекс могу эту игру выиграть. Пока БКБ кдешится, хексом бы пользоваться. Было бы круто. Вообще пушкой. У меня радик сейчас будет. Радиком будем подпушивать. Я даст не будет. Так. Молния, молния, молния. Лучше взять гем какой-нибудь даже. Блин, я не знаю, на самом деле тут очень много надо от союзников тоже. На Иксо все есть. Но мы погрязли в дефе. В этом проблема. Я соло там не дефа, мипа уже выносит меня. Стоять так нагло не будем, потому что там... Возможно, если тиник будет, тиника я точно не потяну. С инвоком-то. От дефа. Гемона на Иксе, отлично, это хорошо. Хорошие новости. Так, у меня байбека нету, в принципе, можно купить радик. Радик купить. Дефиц. Чуть.
Опа. Куска напали. Кто помогать? Кому-то ТП сбили. Ломит курочку. Сами на базу. Нету маны. Пешочком. Его куру дефть. Хорош, Найкс. Гем взял. Вот сейчас будет полегче. Пара на топ побежал. Дефим на миду курицей. Курицей. Хорошо. Хекс очень сильно нужен. Я не знаю, как тут без хекса выиграть. Го, завардимся. Выложим молнию. Вот здесь вот варп поставим. Пойдем тут ткнем. Хорошо. Так, сюда ткнем. ТДшка. Ну, на XUGG там гем выбьют. 100% выбьют. Я не могу сейчас помочь, я на варлинге. Жесть, как я должен сейчас там помогать? Я тут вардами занимаюсь. Найс, бин съехал, вы видели? Опа, не за куру. А где моя молния? Вижу. Низу куру. О, я иду. Жаль, БКБхи нет. Ой-ой-ой-ой, курица там. Ломается. Всю движуху. Не-не-не-не-не-не. Не пойдет. Комменты заблочили. Куру тут не достанет он. Могу забрать. Плохо. Так. Ребятки, там мид гоу. На ТП-шку опять не хватит маны. Жестко вообще. Лютая игра получается тем, что... Блин, я вообще не помогаю своей команде. Ну, я низ подпушил. Поддефил. Не знаю, как это назвать. Если они сейчас выживут, будет очень хорошо. Да, выживают. Я бегу, ребят. Бегу. Бегу. Я иду. Поможем Баратрума забрать, товарищ. Хорошо. Точка может забрать эту всю контору. Экономит. Лайфстиллер, гео, байбек, хорошо. За курой следим. Потому что сейчас ее могут слить. Они сломаем. Топ, вернее. Мид я отпушу. Угу. 150, нет, она выживет. Держи в курсе. То есть, что за игра? Го на базу. Б. Куру не сдефить. Пока сдавать него. Хорош. Сюда куру. Опача. Задушено. Найс. Еще и курочкой помогаем. Да, ребят, жесткая игра получается. Го, низ. Молнию давайте, может, продадим, возьмем что-то другое. Молнию жалко, с куры нельзя ничего больше юзать. Типа вот это максимум, что можно в курьере носить. Хорошо. Маны вообще жестко не хватает. Кругу на топ.
Можно по миду, в принципе, оставить ее. Бегу сюда. Сейчас драться будем. О. Инвокер тут сметает. Сметанка. Я поддефливаю курочкой. А чё, народу нету, кто дефит? Дефим курицу. Старту готов. Я не буду пока влетать. И куру подконтриваю. Можно вообще куру сюда принести с радиком еще подпиливать. Давайте куру сюда. Есть байбек, есть байбек. Не знаю, в лоб получится у нас зайти. Или нет. Хорошо. Ну, первую пачку вы, допустим, дефнули, ребят. Дальше что будем делать? Опа. Еще я радик сюда. Бегу драться. Опа, ща. Сатане включили, победили. Хорошо. Жесть. Неужели мы это победили? Не было жарких моментов, но сама игра по себе жаркая вышла. Это жесть. 3 на 5 выиграли. Сколько у меня фрагов? 29 на 3 и 18 ассистов. Ну, в принципе, запотели совместно с командной. С командой. Молодцы. Потно. Но смогли. Потно, но смогли. Боятся, ребята, боятся драться. О, вот он. Тинер. Венвиз зашел, убежал. Хорошо. GG. Жесткая игра, ребят. Ну что ж, на этом игры эти подходят к концу. Одна игра всего у нас вот такая вот потненькая. Напишите свое мнение по той теме, что теперь игры будут выходить именно так. То есть после гайда, то есть керри, катки в гайде не будет, будет четкий геймплей именно по тому, как надо. Вот конкретно эта игра, то, как не нужно играть в таком билде, друзья. Обязательно оставьте свое мнение по этой теме, просто в комментариях напишите. Ну и что ж, на этом все, вот такая вот у нас катка была, судить вам, ошибок было очень много, ребята тоже срались и как-то, ну, все равно, тем не менее, выиграли. На этом все, с вами был Ксаназ, до скорого.